Сплошной обман пенсионной реформе исполнилось полгода. Экономика. Пенсионная система 1 июля 87. Сплошной обман. Пенсионной реформе исполнилось полгода как власть вероломно нарушила договор с обеспечением многих поколений россиян. Андрей Захарченко. Комментариев просмотров 97 734. Фото Владимир Смирнов. ТАСС Материал комментируют. Андрей Гудков, Вячеслав Тетекен. 1 июля исполняется ровно полгода с того момента, как в России с легкой руки президента стартовало поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, прозванной в народе людоедской пенсионной реформой. По завершении этого процесса мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет а женщины в 60, вместо 60 и 55 лет соответственно. 1 января 2019 года, когда пенсионная реформа стартовала, теперь смело можно назвать черным днем календаря. По мнению властей, все происходящее сейчас с пенсионной системой сплошное благо для населения. Во-первых, они считают, что повышение пенсий ставят Россию в один ряд с развитыми странами, где пенсионный возраст также высок. Во-вторых, уверяют, что таким способом Россия избежит экономического кризиса, поскольку со 60-х годов прошлого века, когда был законодательно установлен прежний возраст выхода на пенсию, численность трудоспособного населения упала с 97 миллионов человек до 76 миллионов. Наконец, они заявляют, что это позволит наконец-таки победить плачевную ситуацию с благосостоянием пенсионеров которые будут ежегодно богатеть аж на тысячу рублей ежегодно. Сначала, правда, в порыве экзальтации обещали сделать такое обогащение вообще ежемесячным, но потом передумали. Однако мнение народа с этой точкой зрения чиновников кардинально не совпадает. Свободная пресса обратилась к экспертам с просьбой оценить итоги первых шести месяцев реализации этого нововведения, в результате которого пенсионный возраст повысился на пять лет. Жуть пенсионной реформы, гражданка Рыжова, с вас 140 тысяч московскую пенсионерку лишили льгот и субсидий из-за общественной работы. Не совсем понятно, о какой пенсионной реформе в данном случае можно говорить, потому что реформа как таковая была проведена в России 1 января 2015 года, когда в стране был внедрен бальный метод, подчеркнул независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук Андрей Гудков а повышение пенсионного возраста это никакая не пенсионная реформа, а нарушение общественного договора со стороны правительства относительно условий пенсионного обеспечения поколений подложным, как показала последняя статистика за 2018 год, предлогом о росте продолжительности жизни. Была сделана великолепная потасовка. С.П. В чем конкретно она заключалась? По законодательству от 2015 года все неработающие пенсионеры получили право на перерасчет своих пенсий, назначенных по новым правилам, в соответствии с заработанными баллами за период работы. Но во время визитов в отделение пенсионного фонда по этому вопросу они слышали в ответ у вас и так пенсии, мягко говоря, большие. Ступайте отсюда. Будем пересчитывать только тем, у кого пенсия самая маленькая. Совершенно непонятно на каком основании это делалось, поскольку право на перерасчет декларировалось для всех. Но его элементарно проигнорировали и ради экономии средств подняли пенсионный возраст. Теперь же нам говорят, что нынешнее повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии на тысячу рублей. Но при этом совершенно забывается клятва Антона Силуанова, что доходы от повышения НДС на 2% пойдут на пенсионное обеспечение. При этом еще сильно была сокращена доля товаров, на которые распространялся льготный НДС в размере 10%. Например, тот же Макдональдс теперь вынужден платить вместо прежних 10% сразу 20% НДС. Но про это благополучно забыли. Получается, обманули людей устами первого вице-премьера правительства. Это недопустимо. Как потом Силуанов будет нам рассказывать о новых пенсионных инициативах. А ведь были и еще маленькие хитрости. СП. В чем же они заключались? Владимир Путин говорил о повышении пенсии на 1000 рублей ежегодно. Вопрос заключается в том, в каких именно деньгах это повышение должно измеряться. Все поняли так, что эта цифра озвучена по состоянию на 2018 год. Но за этот год прошла инфляция. Соответственно, обещанная надбавка в 1000 рублей должна быть не номинальной а реальной, то есть умноженной на процент этой самой инфляции. Иными словами, прибавка должна составлять тоже минимум 1050 рублей, плюс 5% инфляции. Однако ее сделали номинальной, а это значит, что она будет только уменьшаться на размер инфляции. Но кто нам гарантирует, что к 2024 году инфляция у нас не превысит 10%? Или даже 20%-30%? В общем, складывается впечатление, что практически треть населения страны, 45 миллионов пенсионеров, имеет дело с чиновниками, которые обманывают их по мелочам. И можно ожидать, что обманут еще, причем не по мелочи, а вообще в чем угодно. Плюс 0,22% ВВП, минус десятка тысяч жизней пожилых через 25 лет. Эффект от подъема возраста выхода на пенсию сведется к нулю. И подобных вещей, когда экономия была мизерной, а потеря доверия высокой была сделана масса. Например, Владимир Путин в 2009 году, занимая пост председателя правительства РЕД, поднял ставку страховых взносов во все фонды до 34%. Но когда он выиграл президентские выборы, то вновь занявший кресло премьера Дмитрий Медведев тут же опустил ее до 30% она постоянно продлевалась на этом уровне как временная. Однако сейчас стало известно, что на этом уровне ставка взносов теперь будет постоянной. А это совершенно неадекватный взнос, который не только порождает необходимость датирования пенсионного фонда из бюджета, но и порождает всякие ущемления с точки зрения благосостояния нетрудоспособных граждан старшего возраста. Власти, очевидно, предполагали, что народ пошумит, пошумит, а потом успокоиться, продолжает тему главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Титюкин. По их мнению, нарастание социальной напряженности не произойдет, потому что большинство будущих пенсионеров эта реформа непосредственно пока не касается. Плюс посулили определенные привилегии и льготы тем, кто собирается выходить на пенсию в самое ближайшее время. Но это ничего властям не дало. Во-первых, нам-то обещали, что реформа позволит сократить некие расходы, чтобы повысить пенсии для всех остальных, но никакого экономического эффекта она не дала. Более того, уже после принятия соответствующих решений вдруг выяснилось, что требуется дополнительное ассигнование из бюджета. Это поразительное явление означает, что правительство не в состоянии элементарно просчитать экономические последствия собственных решений речь идет не просто о механическом повышении возраста а выхода на пенсию. Во многих регионах сложились просто дикие условия для жизни. Зарплата в 15 тысяч рублей там считается очень большой. Люди рассчитывали, что по достижении 60-летнего возраста они продолжат работать за те же деньги, но к ним еще прибавится в среднем 10 тысяч рублей пенсии. Это, хоть и небольшая сумма, порядка 25 тысяч рублей уже позволяло им строить какие-то планы. Но вдруг выяснилось, что им придется еще пять лет рвать жилы, влача полуголодное существование, еле-еле сводя концы с концами. И вот это негодование никуда не денется. Несмотря на то, что возмущение сейчас не выплескивается в публичных формах, оно сохраняется. И когда будет нарастать политический кризис, а дело к этому идет, вот это негодование людей по поводу реальных ухудшений условий жизни будет одним из решающих факторов социального взрыва. СП. А с чем связана высокая вероятность упомянутого вами политического кризиса? С тем, что у людей уже который год подряд не растут реальные доходы. Это бьет по карману каждого жителя страны. Этот факт в последнее время признает даже правительство. И власть с этим поделать ничего не может. Либо не хочет потому что у нашей политической экономической верхушки все в порядке, доходы стабильно сохраняются. Пенсионная реформа, Греф крупно подставил Путина соцопрос, проведенный Сбербанком, показал, что большинство россиян хотят получать пенсию в 30 тысячах рублей, а это невозможно. Вы посмотрите, дальнобойщики, оскорбленные резким снижением своих заработков, никуда не делись. Им по-прежнему Платон поперек горла. Возьмем сферу ЖКХ, где постоянно повышаются тарифы дачников и огородников, получивших свои шесть соток еще при советской власти, намереваются обложить налогами. То есть ввести поборы на огурцы, помидору, картошку, которые люди вырастили своими руками. Это какая-то фантасмагория. Плюс несправедливая пенсионная реформа тот фактор, который постоянно подогревает политическую температуру в обществе. В нашей стране, за исключением 1% сверхбогатых чиновников и олигархов, существующим положением недовольны абсолютно все. И когда случится соединение всех индивидуальных недовольств, социальный взрыв и произойдет. Хвороста для него наготовлено уже предостаточно. Причем заготовила этот хворост само правительство, куда ни ткни, повсюду недовольство действиями правительства и главы государства. Если во времена Брежнева недовольство проявлялось в анекдотах, то теперь тот же интернет просто клокочет открытой ненавистью. Именно там проявляет себя наиболее молодая и активная часть населения, которая в период политических потрясений играет решающую роль. Новости пенсионной системы. Власть уличили в невыполнении своих обещаний относительно индексации пенсии проблемы пенсионной системы. Пенсионная система. Греф крупно подставил Путина.